Господи, прыгнуть не могу. Да, что-то они лут как будто подрезали чат. С прошлой недели. Где взрывы были? Палетка? Не обратила внимания. Ух ты, ёпты! Одного убил в упоре. Там два минус. По-моему, два. Что-то долго умирал прям. Тапалка да, еще да. Стреляет. По ним тапалка стреляла примерно с перекрестка. Я ушел долго хилиться. Давай. Я тут пустяков посижу, послушаю. Что тут дела? Надо вот этот тамбур, наверное, проверить. Все, 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 не ходи, не ходи. Здесь чисто и хер с ним. Лутай жулика своего. Нет, точно мой. Ну твой. Ты двоих убил. Я этого убил? Да. Образом, блин. Типа по нему, конечно, стреляла, но я его прям плохо видела. Бан, блять. А как я убил-то его? Ты стрелял по одному и судя по всему, наверное. Я этого-то убивал 20 лет. В четвертом классе брони, блин. Зато убил типа, который стоял за ним. Понял. Ну я стрелял вот по тому дальнему типу. Может быть, я его продамажил, ты его добил, хз. Потому что я видел только вот этого заднего типа. Этого, блин, я под конец убил. Не нравятся мне эти хаешки. Крапер, здорово. Ой, в магазинах спрашивают, у консультанта это вообще забей. Не, смотря в каких магазинах, Аня, потому что в КБ тебе с радостью все расскажут и там. Они не, будут... ну если покупать. Правые будут в чем-то. Не, ну если покупать видеокарту, то в КБ тебе, конечно, мало чего расскажут. Почему вообще КБ? Что-то пристал. Ну, просто где хорошие консультанты, которые с душой относятся к своему делу, так сказать. Прошаренные. Одно железо пока что непонятно. Вообще по-хорошему надо, но пока что непонятно. Скажись на первый. Палак и вектор. И тапался еще какая-то. Причем одни с этой стороны у нас рядом пыток. Не дал. Прыгай, вот там. Ой, дай бог попасть. Попала. Эти там за сеткой сидят, а эти где-то с нашей стороны пытаются их пропушить, походу. Еще лобот еще шел, убил его. Это что за тапалка? Откуда нас стреляют? Не пойму. Мне как с улицы стреляют. Как будто вдоль здания с улицы. Так, отправил хае внутрь за сетку. Сюда еще хае.
прыгает где-то там до сих пор все еще. Блять, не заслахае. Хае в центр. Пустые. Один на улице в кустах бегает. На газовую трубу надо запрыгивать, чтобы там видеть желтенькую. Я... Я через банк пройду и вдоль здания гляну. Давай. Как раз на улице должны были бегать. Бегает, бегает. На улице. Двое. Двое, да. Минус один. Второй за УАЗиком. Не уверен. Жив, видимо. Ага, засетка есть. Этот убежал куда-то дальше, к магазину. Я у тебя тут внутри, на входе. В прапоре. Хорошо. В проломе? Да-да-да. Я подбегаю. Этот куда-то ушел. Бля, не вижу его. А он мог уйти тут. Захожу. Сетка есть. Ну, понял. Сейчас попробуем грамотно сделать сетку. И как будто там тоже двое. Бля, тут ствол слишком длинный. Не помещается в дверь. Нам вообще нужен? Да нет, наверное. Дверь открывать ключом. Блять. По мне. Неплохо. Ой, там еще один на втором. Ты минус? Да. Заебали, бойцы, заебали. У меня два патрона, слышу. Он уже спрыгивал к тебе или был все еще на втором? Он перебежал. Один перебежал, короче, понял, туда? Да, на да, лестницу. Да. Второй был на втором. Понял, да. Блин, тут у меня ноги сейчас будут торчать, что-то. Зашиваются с МС-кой. Меня блин попало. А, мне похую, Ай-ла-ла-ла! Давай подругу сюда свою. Бля, вот крыса, а? Господи. Просто максимальные крысёныши. Ну это русские, что еще ожидать от них? Где? Не, одного я убил, второй там спрятался, либо я его взорвал, я не знаю, звука-то нет. Это русские, они тебя убили, такие, нам похую, такие. Я в том-то расскажет, как я с русским, мне на таможне встретилась. Меняйся. Не все такие? Нет, конечно нет. Всего лишь каждый, почти в каждом рейде, если русских встречаешь, все крысят. А так не все такие. Сидит крыса до сих пор.
Лежать, крысёныш, блять. Ну-ка, никнеймы мне свои быстро, блин. Санёк, ага. Второго сейчас мы посмотрим, кто это был. А ты убирал смс-ку под сумок? Да. Блин, плохо. Ладно. Гнида! Мало-мало ботов, надо больше. Чтобы вот тут примерно, ну, ботов хотя бы 100 стояло. Тогда вот будет интересно. А так что-то, ну, мало, не. Мало. Ух, вышел. Как с другой стороны дом не лупнул? Да хрен с ним, там сайга, тиммейт. Там вообще мое оружие. Да-да. Взял-взял. Броник только выкинул. Я просто максимально штанчу шара. Ну так, это не новость. Дальше. Ну, короче, договорились, что я же пойду на лес. Я сижу, жду, пока человек меня заинвайтит. И принимаю инвайт, не спрашиваю, он это или нет, и иду с ними в пати, понимаешь? Угу. И только потом на загрузке до меня доходит, что я не спросила у человека, какой у него ник. И что я вообще пошла с какими-то рандомами. А нет, тебя не учили, ну... с незнакомыми дядями, блин, не ходить в лес. А я еще вижу, их там 3 человека сидят, и думаю, а что так много, а как мы это? Надо было сказать в микрофон, а где мое оружие, алло, снаряжение, давай. Слушай, я еще не загрузилась, подожди. Типа не брать там конфетки, типа он там у незнакомых людей. С незнакомыми дядями не разговаривать. А, нет, чисто, блин, дали конфетку, она, а что так мало, где еще, блин? Так вот сейчас. Оружие. Ай, ты гадина. Он меня убил, прикинь, это еще работает, это фигня. Он меня просто убил, он взял меня в пати, чтобы меня убить. Поздравляю. Ребята. Премия лох остается вам. Не, ну я голая была, как бы, норов. Это просто сам факт. Да. Тихо, секундочку. Не бегает. Понимаешь, некоторые фармят, короче, там, в убежке, некоторые еще что-то делают, а некоторые вот так фармят. Я что-то уже посмотрел. А, не надо винить типов, блин. То, что ты прокосячила. Все, я потеряю. Чат, мне кажется, Меченко убежит. Бля, успею, нет? Можно успеть. Какой этаж, что третий вроде, да? Кажется, есть. Кажется, есть, чётик. Или нет? Ключ-то есть хоть у тебя, нет? Или я зря тебя убил? Да ладно, нету ключа. А чё ты лез сюда? Ну ё-моё, блин. Зато у него дробовик, кстати. Да, может он подкрысить хотел с дробовичком кого-нибудь. А прикиньте, вот этот ролик залить на YouTube. Прикиньте, сколько там в комментариях будет. О-о-о. Там просто комменты, знаете, какие будут? Типа он просто случайно туда зашел. Он же маленький уровень, он 29-й. Но просто случайно залез туда. Не знал, что там вот Меченко рядом. Но просто зашел полутать ящик. Случайно забрался по этим ебаным диванам туда 3 пролета. С дробовиком на флешетах. Чтобы просто полутать ящик. Заливать обязательно, ну, само собой, конечно.
Знаешь, она будет залить.